В Махачкале прошла общественная акция по показу документальных фильмов дагестанских кинематографистов. Ее посвятили 156-й годовщине столицы. 23 документальные работы о Махачкале в течение нескольких дней мог посмотреть любой желающий. В продолжении темы наш следующий репортаж. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И с этим высказыванием нельзя не согласиться, когда видишь на экране жизнь во всем ее многообразии. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова махачкалинцам и гостям столицы были представлены документальные фильмы дагестанских кинематографистов. Из разножанровой палитры работ для показа жюри были отобраны 23 фильма. Фильмы наши, от силы идут 1-2 раза по телевидению. Большое количество зрителей их не видит. Поэтому мы хотели, чтобы наш отчет перед зрителями Дагестана, что нами сделано за несколько лет. Открылся показ, кстати, посвященный 156-й годовщине Махачкалы, трогательным посланием кинематографистов Ставропольского края. Авторскую работу «Летит табун» представил и наш земляк, режиссер-оператор Альберт Чекин, вот уже 17 лет проживающий в городе Зеленокумске. Если бы меня сегодня попросили снять фильм о Махачкале, мне кажется, я снял бы фантастический фильм. Это небо и земля, то, что было, когда-то впервые увидел этот интересный город у моря. Интереснейший просто. Изменились люди. Друзья мои постарели, но растет новое поколение ребят. Пришедшие в зал зрители увидели иной авторский взгляд на, казалось бы, обыденные кадры, представшие на экране. Жизнь простых людей, живущих в соседних домах с нами, и тех, кто созидает на земле своих предков, почитает и приумножает боевую и спортивную славу республики, а также фильмы о тех, кто стоит на страже мирной и спокойной жизни ее граждан. Президент Владимир Владимирович Путин встретился со всеми кинематографистами. Это явилось уже необходимостью, что сегодня создавать хорошее кино. Я надеюсь, что и наш президент Рамзан Кадырмурадович обратит на это дело внимание. И вот то вопрос, один из основных, о создании киностудии, это очень вопрос актуален и необходим в Дагестане. У нас очень много талантов. Главное, чтобы руководство поддержало, дало помещение, дало возможность. И, наверное, это тоже подстегнет наших кинематографистов к созданию фильмов. В заключительной части двухдневный показ документальных фильмов дагестанских кинематографистов завершился вручением авторам представленных работ, дипломов и памятных призов от Министерства культуры, Союза кинематографистов и городской администрации столицы республики. От мэра Махачкалы Амирова Саида Джапарыча. Его подписи закодированы. Герб Махачкалы, да, это именные часы, они идут всегда. Точно с нашей Махачкалой и с нашим городом. Спасибо. Еще раз я... В свою очередь кинематографисты республики заверили, что и в дальнейшем будут встречаться и знакомить дагестанских зрителей с лучшими творческими работами своего цеха. Курбан Ибряев, Камиль Ибрагимов, «Время новостей», Дагестан.